Привет, друзья! Меня зовут Алена, и сегодня я вам покажу несколько классных проектов для загородной жизни. Мы находимся с вами на Старотобольском тракте, всего в 5 минутах от города. Этот живописный тракт расположен на берегу реки Тура, в окружении хвойных лесов. Коттеджный поселок выполнен в едином стиле. Есть хорошая транспортная развязка и остановки школьных автобусов. А сделав буквально пару шагов из дома, вы оказываетесь на берегу реки. Посмотрите, какой потрясающий вид. Здесь вы можете встречать рассветы и закаты. Сейчас мы с вами находимся в одноэтажном доме площадью 111 квадратных метров, где есть 3 спальни правильной формы. В просторном коридоре расположены котельная и ванна с туалетом, а кухня-гостиная позволяет расположить вашу кухню, а главная фишка здесь – это выход на собственный участок. А это 2-этажный дом для большой семьи. Площадь 157 квадратных метров, есть 4 спальни и большая кухня-гостиная. В этом доме чувствуется простор и уют даже в предчистовой отделке. Все дома выполнены из 300-го керамзита блока, утеплитель 100 мм, облицованы керамическим кирпичом, септик и скважины подведены. А еще на всех участках посажены сосны, можно поставить под нее бассейн. Такие дома можно приобрести в ипотеку, а как это сделать еще и по выгодной ставке, знают наши специалисты. Обращайтесь в агентство недвижимости «Сова», ну а я пойду наслаждаться видом.